Ага. Друзья, всем снова привет. С вами Витёк, Стас, Террария и, конечно же, много 2D пиксельной графики. Если вы к этому готовы, добро пожаловать. Погнали. Капец, как быстро мы теперь перемещаемся, а? Вообще не говори. Давай, отдалим. Фига ты тут наделал. Тормозной путь. Стас нормально в лужу приземлился. Шмяк, шмяк. Так. В общем, смотри. Ищи здесь сердечки вот эти вот. Ну, собственно, можно какие? Уже проглотить зелье. Ну, как какие, Стас? Сердечки. Обычные сердечки? Ну, которые по плюс 5 дают. Вспомнил про донат. Это флеш, я-то от ноча, от надежды нет. Витя. Это сейчас что ты за зелье хлебнул? Скорость атаки зависит скорость копания. Поиска ресурсов? Так, говорят, что нужно кирку зачарить, от этого зависит скорость копания ресурсов. Но они здесь больно бьют, Стас, по 68. Я вижу, на 200 тебе прилетело вообще от одного. Это было не 2, это я на 200 ударил. А, это ты на 200 ударил? Да. А, ну да. Вот, а по мне на 60 прилетает, только в путь. Я здесь копал, соответственно, да, здесь какие-то есть шурфы мои. Вот, я пошел, значит, за хлорофитом. Так, нам с тобой нужен хлорофит или что? Что нам с тобой надо? Да-да, зелененькая такая руда в виде корешков каких-то. Вот тут она есть, но она тут еще растет. Здесь так, мне надо, значит, больше. Наверное, зелье шахтера выпить было. Ну, конечно, я же сказал, зелье шахтера, бери с собой, поехали. Что-то больно. Так, хлорофитовая рудочка пошла, уже пошла. Сколько, ребят, надо хлорофитовой руды? Подскажите, пожалуйста, что-то там говорили, 500 с чем-то. 500 хлорофитовой руды? На двоих, по-моему. Мне нужна черная линза, срочно. Дайте Стасу черную линзу, он хочет быть лепсом. А лепс давно уже раздобыл себе же две, мне даже одну. 600 на одного пишут. 430, так, вы определитесь, 430 или 600? И говорят, на одного. Ну ладно, в принципе, она довольно-таки прытко копается, скажем. У меня уже 74 руды, Стас. Я взял зелье на 25% быстрого копания. Ага. Вот, и, собственно, зелье этого, сам понимаешь, чего. И копаю. Так, ее здесь довольно много. А потом от него немножко подальше отойти и копать. Видите, где-то? Реально как бульдозер прям идут. Я вижу. Все, я тоже хлебаю. Все, так, у меня кончилось. Ну вот смотри, я за 4 минуты накопал 175 руды. Ну и что сейчас? Буквально еще пара зелек и все. О, сердце нашел. Оно надо? Его надо собирать? Конечно, ну это плюс 5 жизни, Стас. Обычное сердце или какие-то специальные? Не-не-не-не-не, такое, как в росточке в таком сердце. А, такое я даже не видел. Фрукт жизни. Я обычное видел, ну там вначале. Не, ну обычное это оно уж кому надо. Мы с тобой уже фулл хп. Это ты, значит, паскуда, да, меня убила? Пипец. Стас, там... Мне вообще что никто на меня не нападает. Жестко. На меня вообще никто не нападает. Я просто походу лезу куда-то прямо в самую пекло. Уже я копаю хитрый... и копаю. Вон я еще одно сердце нашел. На веревочке. Ладно. Я просто постоянно роюсь, и видать они даже ко мне прийти не могут. Вот ты там 70 резок, а там сотку нашел, а я одну. Как это получается? Скажи мне, Стас. Ты же акула, у тебя нюх должен быть на руду. Нет, у меня должен быть нюх на кровь, а вот на руду нет. Жалко. Видимо, кровь я нахожу, Миша, они мне пускают. Видимо, придется мне и Стасу еще руду копать, но ничего страшного, накопаем. Какой сундучок прикольный, смотри, синенький. А, так это еще не то, нет, это хлорофит.
У-у-у, что это такое? Так, у меня кончилось. Я железную дорогу тут нашел. Можно прокатиться на своей адской вагонетке. Нормально я проехался, да? Такой телепортал, можно сказать. Так, надо подумать, куда мне дальше-то идти. Так, давайте-ка отдалим на свой страх. Ты что, без отдаления копаешь, что ли? Не, вот сейчас приближал, потому что мухи эти, они такие крохотные. Крохотная муха. Столько нашел. Так, хлорофитик. Надо посмотреть, может, что-то еще стоящее есть. Это серьезно? Ящик. О, обрез нашел, надо? Ну, на такой-то уже, наверное, не нужно, наверное, барахло. Наверное, да. А ты кобальтовая руда, я так обрадовался. Хлорофиту тогда будет. Помнишь, как хлорофит выжил? Но он же зелененький тоже. Ну да. Ну вот и это тоже. Это она тоже кобальтовая, да? Стой. Только настроение портит. Ух ты, мимик! Черт! Такой сидит, главное, на рельсах. Как прыгнет на меня и сожрал. Да? Ага. Ну, а мимики такие коварные. 6 хлорофиточек нужно. 53 слитка кто-то сделал. А вот грибной слиток из хлорофита делается. Ты находил где-то очень большой? Спектральный слиток какой-то делается. Ты тоже кобальт. А что за спектральный слиток? Магическая броня. Так, спектральные штаны во все стороны равны. Смотрите, вот хлорофит, вот. Уменьшает использование маны на 13%. Увеличивает на 5% магический урон шанс крита. Нехило. Все, я понял. Значит, нужно плантеру искать. А по пути собирать всякую дичь. Всякую дичь. Статуя зелья. Нам нужна статуя зелья, Стас? Обязательно. Хвоемет меня задери. Хвоемет меня раздери. Располовинь меня, хвоемет, как говорится. Сосновый хвоемет. Дракон, так, быстрее плантерка ждет вас. Ну, быстрее, там, пока арену еще построишь, 100 лет пройдет. Тоже мне быстрее. Сколько надо там, сказали, очень много, да, блин, это что-то как-то очень много всего этой штуки надо. Я не знаю, как так, Стас, ты так долго собираешь, я уже 320 собрал. У меня очень маленькими количествами это У все. Меня тоже небольшими, но я включил себе зелье нахождения и зелье... А, погоди, мне киркуш зачарить надо. Зелье нахождения и зелье копания. И капец вообще, прям копаешь и копаешь, видишь маленькую штучку, копаешь к ней, видишь, чуть побольше нашлось. Там где-то такая сякая, капец, очень быстро все это происходит. Где-то тоже. О, скорость плюс 12, отлично. Зайдет. А, погоди, у меня здесь еще этот один вход я делал. Погоди, я с него пойду. Пум. Ага. Никто не ждал, что здесь еще один вход есть, да? А я его накрутил. Тихо. Идет квакает уже. Ёлки-палки. Блин. Хрен с тобой. Уходи. Так, где это зелье? Вот оно.
Ладно, потом разберусь. Так, 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 это мне не нужно с собой. Это мне с собой не нужно. Так, палочки надо с собой взять. Где надо с собой взять, где с собой взять. Поехали. Так, я сейчас вообще, Стас, далеко от тебя. Я тут еще один вход накапывал себе. О, сердечко. Фига себе, я еще быстрее копать стал. Офигеть. Вот это скорость. Стас, я копаю со скоростью, как будто иду в сторону. Я копаю в сторону, как будто иду просто. Ну, чуть-чуть медленнее. Я тебе отвечаю, я просто... Я просто зачарил кирку на скорость, у меня было минус 19% скорости на ней. Я ее зачарил на скорость, и тебе просто рою. Не, ну, у меня кирка на отбрасывание. Ну, не кирка, а... Ну, так было, у меня денег нет. Сил бы я тебе дал, у меня есть еще. А, ты и так не дал. Вау. Капец, я копаю как экскаватор, мамочки. А я умираю как мертвец. Так, ну там куда-то снизу надо идти, там будет что-то интересное. Офигеть, Витя, копай. Не надо его копать. Жесть, я копаю божественно. Все, мне надоело. Что? Копать. Копай. Как тут много надо копать. Ну это ж ты рад. Стас, мы с тобой плантеру ищем. Ты забей про вообще эту штуку. По пути видишь, что-то бери. Нам надо плантеру найти. Сейчас основная наша задача. Если мы ее не найдем. Может, бомбами проще копать? Или бомбами бомбы не берут? Да берут, но... Да нет, по-моему, так-то быстро получается, я тебе скажу. Реально так быстро очень. Если сожрать зелье вот этого скорокопания. Прям как экскаватор. У меня вот оно где-то было, я потом его не могу найти. Да в шкафу у нас А лежит. Вот зелье добычи есть у меня. Как я его сразу-то не увидел. Ладно, 77 руды. Ух ты. Фига себе, черепаха на 200 прикатилась ко мне. Сколько руды? 77. Ну, уже прогресс. Уже не 5, и то хорошо. Я теперь вертикально вверх копаю. Реально чувствую себя отбойным молотком. Я уже устал его собирать, его тут столько. Я уже и на тебя, и на себя, мне кажется, собрал. И на дядю Васю, если вдруг придет какой-то. Дядя Вася Пупкин. Мне только 100, сотка. 113. Пойду отдам растение. 113? А у меня 500 жизни. Под завязку. 601. Учитывая, что 55 слитков я еще скрафтил. Так, ребят, где плантер уже брать? Все, я уже на хлорофит внимания особо не обращаю, я просто иду плантеру искать. Кончилось. Да, лампа плантера, нашел. Запоминаю местоположение около меня. Какую на плантеру, ребят, надо копать арену? Советуйте. Я вот видел, копали такую штуку. Огромный зал, где-то 100 на 100. Ну, даже по ширине больше, 100 в высоту. Ну, в высоту два экрана, в общем. Два экрана в высоту и в ширину
100, что-то там 40, кажется. Вот, ставили две комнаты, в этих комнатах порталы ставили, ну и типа телепортировались туда-сюда. Просто куб. Туннель с телепортами, вот кто-то терчит. Вот. Туннель это если есть чем стрелять. У меня лук Дедала, которому нужно сверху, чтобы пролетало все. Но Дедал тут вообще бесполезен. Ну поэтому нужно освободить. Вообще, я говорю, нужно проковырять огромный кусок. Ну значит нам с тобой надо вообще до неба, потому что с неба падают стрелы. Не-не-не, они падают из экрана просто. Да? Странный ты маг. Луком стреляешь, да? Так, а у меня нет нормального оружия магического. Столько длины нам хватит, ребят, или надо побольше сделать? А? Ну, здесь есть 140 клеток в ширину, 100%. Так, о, все, я куб ограничил. Теперь надо копать. Так, Витя, у тебя теперь святой биом. Да, все-таки из-за камня святой биом стал. Это плохо. Мы не сможем здесь плантера убивать. Да? Угу, надо заменить блоки. Так, слушай, а что делать? Из-за того, что ты вот эти камни разместил? Да. Так это вот он поменял все, ё-моё, так давай убирать их, нафиг. Так, я поплыл. Воду сливать? Ой, нет, я передумал. Там кто-то укусил меня, сразу же передумал. Мне бы, чтобы убивать карася, он стоит и ржет. Ты посмотри. Так это я под тобой прокопал. Ну вот видишь, какой ты молодец. Ну ты строй сам, я пойду спать. Ну ладно, я не подумал просто. Так, мне почему-то интересно смотреть, как копает Виктор. Так это залипательная тема вообще. Вы думаете, почему, когда кто-то работает, например, когда кто-то работу делает, все собираются и смотрят? Им тоже. Они такие, типа, ну, конечно же, надо же советы давать в этот момент. Ну и при этом, как бы, это залипательно. Наверх. А ты идешь, нет? Червоточины, вижу, вот. Возьму две. Их у нас мало. 4 штуки всего лишь. Яблоко какое-то. Выпало. Благословенное яблоко. Я взять не могу. Места нет. Уже грешный. Грешный, потому что. Уже ты грешный. Вон там слева яблоко возьми, посмотри, что такое. Вон, смотри, тут йо-йо валяется. И разберись там с теми ребятами внизу, их там столько наплодилось, пока я тут копаю. Ах, тут паразитка. Мохнатый шмир. Ну, берутся. Да. Мохнатка проклятущая. Видите, ну яблоко же 0,5% шанс. Ну Стас взял, все, мы ему отдали. 0,5% шанс, говорят. Что дает хоть? Не знаю, яблоко. Сейчас посмотрим. Так, призывает ездового единорога. А-а-а, нифига себе. Ну-ка, давайте оценим. Ну ладно. Стасу достанется. А то он какой-то сегодня у нас это немножко расстроенный. Я надеюсь, на единороге он будет себя чувствовать лучше. Прикольно. Я себя чувствую вообще прекрасно на единороге. Ты быстро как передвигаешься на нем. Так, мне сказали воду чуть-чуть оставить. Надо, там какие-то шипы будут у него зависать. Витя. А. Что?
Чё за звук страшный? Чё, ты чё, пёрнул? Чё это значит? Что это такое? Это единорог твой? Ты смотри, не призови случайно. Сейчас убьют Стас, спасай! Черт, сидит, ходит, пердит, от меня убивает. И тебя тоже. Я тоже. Капец, теперь бежать. Спасибо. Хорош. Зачем они сделали? Моя вам благодарность. Так, ну что, выключился этот биом-то у нас. Блин, сейчас сдохну. Вот я там. Стас. А, юшки. Это как это получилось? Почему за долю секунды столько урона влетело? Что за прикол-то получился, я не понял. Тут черепаха оказалась рядом. Фух, так, все, вроде раскопали. Так, жидкость просто пошла. А ребята-то написали, что будет, если мы ее не завалим? Ну, наверное, написали, но мы не прочитали, как обычно. Слушай, у меня тут война какая-то. Ух ты ж, попадает. Вода прибывает. Как там, льется вода? А я вижу, что льется прям потоком. Нифига. Рыбы. Рыбы вверх по течению поплыли. Нормально. Видать, нерест. Да. У нас тут арена прохудилась по полной праве. Такое ощущение, как будто где-то сливается. Там нигде у нас слива никакого нет случайно. Да, нет, там вроде дырок-то не было. Это мне рассказывали, какой-то дом можно вертикальный делать. Витя, давай чат читай. Читаю. Так, Вить, не нырять в воду — самое главное правило. Я понял. Ларафитовые пули предлагают тебе сделать, Стас. Это надо лететь туда домой, наверное. Ну. Я полетел тогда. Потому что мне в любом случае надо пуль делать. Ага, полетел он. Ладно, отписываюсь. Отписка, дизлайк. Блин, я еще воды нашел. А можно вот такой земляной дом делать? Не погибнет вашего врага. Что это может значить? Типа что, не самонаводящий, что ли? Возможно. Не хватает стены. Какой задний? Ведь она собирала до тебя штуку, потому что можем много сделать. Ты будешь самонаводкой, получается? Возможно. Хватит воды, Витя. Да хватит. Все, мы уже перестали водить. О, дом подходит. Так, медичко. Где ты у нас? Все, садись. Ни хрена себе, тут меня уже ждали. Я не знаю, что из этого получится. Мы наверняка сейчас раканем где-нибудь в каком-нибудь моменте. Ну, возможно. Ну ты готов? Не без этого. Так, ну да, в принципе, чё? Надо только выпить, поесть. Маны побольше еще нагребу себе. Елочка есть. А что за сундук? Сундук, мимик, осторожно. Сейчас бы он нам тут устроил. Пусть он уметь. Что это снайпер? Треугольники счастья, нет? Треугольник счастья, действительно. Точный. Фух, так. Ну что, точный, скрываемся. Плач.
При ты готов? Ранение вызывает. Ты покушал уже? Звезд. Да подожди, вначале надо выпить все. Буковка Б пьется все. Там слишком, наверное, все. Вообще все зельки, которые у тебя есть, сразу выпиваются. Так это как бы слишком много. Витя, так, тащи. Ее как, киркой надо, да? Я не знаю, я не помню совершенно вообще, что с ней происходит. Может, не вот этой штукой ее убивать? Вот, я совершенно не помню, что здесь и как, поэтому сейчас мы раканем по полной программе. Давай, все, поехали. Фига, у нее даже... какой вид-то у нее грозный. Ну, слушай, она по 10 всего лишь стреляет, мало. Так. У меня по 25. Ну, смотри, здесь по 20, по 30. Так, тихо. Да блин, отстань. Да я хочу забафаться. Хотя зачем я это сделал? Я решил психануть. Какие-то мячики падают внизу, смотри, под водой. Прыгают. На них, походу, дело нельзя напарываться. Так это вот про эти шипы, наверное, нам да, и говорили. Да, про них и рассказывали. Слушай, они даже при таком количестве воды успевают немножко... Подпрыгивать, да? Да, выпрыгивать из воды даже. О, видал, прямо над нами. Он, наверное, еще и дамажит, как конь, этот мячик. Жесть какая-то, смотри, если что-то полезло, Стас. Началась. Вторая стадия пошла. Воу. Где она там? Ты попадаешь? Стас, иди полечись. Как я выскочил? Кто тебя сожрал? Щупальца. Я боялся идти подлечиться, там слишком большая толпа была врагов. Он какие-то споры еще кидает. Какая она шуколоидная какая, опасная тварь. Давай, поспешайся уже, хватит, ну. У меня нет столько повреждений, сколько у тебя. Давай! Блин, эти шипики маленькие кусаются сильно. Не забудь полечиться, сейчас я отойду. Она на тебя накинулась. И полезла. Ай, блин, дверь дебильная. Она так тупо сделана, я не могу ее открыть правой кнопкой, ты представляешь? Да потому что... О, господи. Еще все зелья... Потому что потому. Буква Б все зелья ждет. Так я все зажрал вот именно. Вот это все проблемы. Ну ты ее почти уже там нормально навалял. Блин, вот это вот... Да капец, мне больно. Сейчас сдохну. А-а-а. Капец, сдох. Все. Не будет нас пантера. Дебильная дверь, хоть прям вырезай ее. Надо, значит, искать ее где-то и тащить сюда. Я нашел ее. Нашел? Да. Так, ну что значит, бежим. По прямой. Потом просто падаем. Просто падать тоже не вариант, наверное, да? Блин, медичка вышла из дома. Вот больная. Ее там быстро завалит. Делать будем. Ну, может, если кто-то придет, может, она это самое как-то отреагирует по-другому. Ну кто? Ты пойдешь. Ну, я пойду побежал. Ты телепортнись просто на кровать. Ну, так мы, кстати, можем так с тобой убежать от Лантера. Она, интересно, не. Она заявляется, она не... наверное. Думаешь? Почему мы не делаем эктоплазменную броню? Потому что мы плантеру еще не убили. Ну что, ты готов? Не, ну в принципе-то да. Да, сильно не отрывайся. Что такое? Я уже вынес. Хорошо. Все. На счет три. Готов?
Раз, да. Два, три. Она может у тебя, кстати, появиться. Нет? Где она? Я ее пока не вижу. Я, она к тебе идет. Она а. Слева. Ой, справа, точнее, тебя, она никуда не движется, она там стоит. Она пропала. Черт. А нет, она здесь. Я о, вижу. Господи, я нашел. Я вижу возле тебя. Она что? Опять, она обратно уходит. Капец, она телепортнулась все. На меня. Она опять телепортнулась на тебя. Она очень больно плюется так-то. Ну да, по 35, там по 25 прилетала. Она, у нее странная стратегия. В смысле, ты ее неплохо ее проковырял уже. Черепаха, ты тут вообще не нужна. Меня сейчас убьет. Убьет? Надеюсь, что нет. Так, я тебя вижу. Тебе еще, походу, быстро-то падать вниз нельзя. В том-то и дело, она медленно идет. Где она? Так, я к медичке. Давай, давай, давай. А чё она не это? Чё, здесь дверь построил? Да, потому что она выходила, я закрыл. Не мешало лечиться. А чё там, каменные блоки не давали тебе подлечиться да. Нормально? Ну ничего, я уже подлечился, блоки снял. Ого, тихо. Блин, она вышла дурная. Закрой блоками с другой стороны. Да она уже вышла. Через дверь, может быть, можно я это, не знаю. Капец, сейчас ей надаю. Так, шкуп полетели. Так, я подлечиться хочу. Медички? Ой-ой-ой. Рука на месте. Блин, она на меня впилась и все. Но я успел похилить. Ну. Терпим. Терпим, так она на меня присела. Что-то не терпится. Блин, я зельки забыл выпить. Думаю, что такое? Выпил. Так. Ну, поэтому играет куб в центре ставить, чтобы от нее хоть убегать можно было. Хотя, в принципе, на щупальцами все равно тебя достает. Все равно слишком много. Давай, воскрешайся. Это там как? У тебя очень мало хп. Медичка не воскреснет? Интересно. Я думаю, не успеет. Давай, 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 воскрешайся, ну. Блин, дебильная тварь, ну прекрати, пожалуйста. Ну какого фига ты постоянно возле меня появляешься, когда я воскрешаю? Чё это такое вообще? Почему она возле меня? Она. Да, без медички жесть. Медсестра прибыл. Отлично. Медсестра приехала. Может ее закрыть внутри? Чтоб она не выходила, раз так из-за блоков не получается вылезти. Стаса бомбит. Как не бомбит, а я появляюсь только воскрес, и она меня убивает сразу же. Она уже возле меня сидит такая, типа. Ну ты неудачно появился, когда я в ним проходил. Она а может ты тогда неудачно проходил, когда я появился? Ну, может быть. Не, ненавижу все в этой игре. А как сделать, чтобы она дверь не открывала? Вот так вот.
Я не вижу нифига. Отойди, Стас. Во. Подойти мы можем, а дверь уже не откроется. Да? Нормально? Да. Так. Ну что у нас было не так? Умерли? Вот и все. Ну это понятно. В принципе, а так-то продамаживали это нормально. Это основная проблема. Кстати, вот на единороге, возможно, можно тут скакать нормально. Я не знаю, что ты им не пользуешься, такая тема вообще. Тут плантера хоть убегать можно. Такой летает вообще. Знаете, прям украшает. Кого? Кто украшает? Ну, дырочки эти аккуратненько, чтобы они были полукругом. А иначе неудобно бегать будет, понимаешь? Иначе ты будешь в них застревать. Тут все просчитано. Практичная сторона, значит. Угу. Так. Ну что, еще одна попытка. Ну, у нас есть еще возможность-то, да? Ну что, я пошел вызывать. Давай. Кушай там всякого. Или тебе посох отдать. Ты, ладно, ты будешь на единороге, все. Если была бы возможность, например, этим посохом пользоваться, не переключаясь, это есть смысл. Мне кажется, так вообще как-то по-дурному получается. Скрафти магическую арку. По фарме пауков, с них выпадает посох на мага, его лучше вместе. Так, ничего не понятно. Ну, пауков надо пофармить. Ты готов? Ага. Ох, поехали. Так, она к тебе поползла уже. Я вижу. Так, я тебя слышу. Блин, Любаемся. Что за вода? Откуда вода-то пошла? Привел. А есть какой-то мод, который позволяет, как только ты используешь медичку, тут же захил происходит. Сейчас нормально, смотри, прыгает там. А смотри, через эти ее штуки можно проходить, оказывается. Через корни эти вот. Ну да, они же не дамажат, только вот эти, только рожи дамажат на них. Да. Пока она за мной охотится, я даже удовлетворен. Я же опять не выпил все зельки, да? Так, сейчас выпил. Стас вообще горец, ты похилился. Сейчас это я как раз пойду, потому что сейчас она перейдет в другой режим. Сейчас режим психованный включаю. Я психанула. Нет. Сейчас включу. Психанула. Вот она. Поперла. Я ее отманиваю. Смотри-ка, я переключаюсь, чисто бью в пасти вот эти мелкие. Интересно, а они потом не будут появляться или будут? Я думаю, будут. Так, надо. Надо взглянуться. Тихо. Отлично. Я менее ценный, поэтому... Слушай, а твои эти штуки, они, получается, не ее бьют, а пасти? Да, мелкие пасти бьют. А если пасти пробивать, у нее хп кончается? Ну, мне кажется, что у нее того, может быть, у нее того общее все это. Я не знаю.
Медсестра убита, черт. Как так получилось? Тогда надо такие ручки прожимать. Спаса! Живи! Капец, она шустрая жесть. Стас, она меня догоняет, прикинь. Есть! А чё это? Воу! Вальнули. И убили. Хорош. Ух, на соплях реально. Черт, получилось. Ну, видишь, ты единорога взял, сразу нормально заработала. Вообще, единорог рулит. Фух, черт, блин. Древний железный шлем. Знаешь, в чем прикол? Фармить ее не получится. Потому что у него в два раза больше здоровья становится. При втором когда убийстве. Второй раз убиваешь? Да. Специально она так сделала. Зеленый да? факел. Боже мой, у меня же отрыжка появилась. Победная отрыжка. Победная отрыжка. Так, все, домой. Нафиг из этих джунглей. Тут делать больше нечего. Нам, конечно, сюда придется еще вернуться, потому что здесь пирамида, но это пипец. Это пипец. Жесть. Мы все равно сейчас пойдем в этот в данж. Если пойдем, если решимся на это. Так, ну давай посмотрим, что нам дропнулось. Краситель ледяного пламени. Блин, названия-то какие красивые. Сейчас попробуем. Блин, Стас. Один другого лучше, а? А ты это откуда у тебя? С этого, да, выпало? С растения? Странного, ну да. Или откуда? Со странного растения. Кто-то вспомнил про донат. Я прям ледяной маг. А-та-та-та, какая у Стаса шляпа. О, прикольно. Весенним покрытый. Говорят, у тебя клевая эта шляпа. Так, ладно, я вскрываю выпало мешок. С этого? Тоже ключ. Мешка. Охранный споровый мешок мне выпал сразу. Ну, а у меня просто споровый. Там какой-то укрепленный споровый. У меня на 3 защиты. В течение времени призывают споры. Ну так, ну вместо чего? Ну просто потестить надо же, да? Да, вместо вот этой штуки. Так. О, реально споры, смотри, появляются какие-то. Угу. 3 штуки. Да дофига они как-то. А, ну они постоянно доспамятся. Ну все зависит от их урона. Если у них большой урон, то, конечно, стоящая штука. Ну ты как, мы в данж пойдем или закончим на этом пока? Ну, можно посмотреть, в принципе. Грипп, я просто как бы взял. Да, давай посмотрим, что грипп теперь продает здесь. А где грипп-то? А вон он. Грипп что-то там новое. Ничего нового не продает. Там вроде как можно было сделать и броню. А, вот, да, преобразует хлорофитовые слитки в грибные. Вот он, автомолот. Он продает автомолот, за счет которого можно крафтить грибные слитки. Ты, кстати, можешь скрафтить себе их уже. Кстати. Это ты купил его или не стал покупать? Нет, я его не купил. У нас грибов дофига. У нас грибов 500 штук, я думаю. Там 15 штук, по-моему, на один хлорофитовый слиток надо. Я думаю, тебе хватит весь сет брони свой закрафтить. Покупка одной монеты платины, у меня таких денег нет. Денег нет? Ну давай я куплю, ладно. У меня просто таких бабок даже нет. Я только что на перековку все слил. Все, я купил. Давай я прямо у него в доме и поставлю. Вот. Теперь, в общем, синие грибы иди в левом нижнем ящике бери. Хлорофитовые слитки бери и крафти себе броню. 17. Блин, может не хватить грибов, тут дофига стоит это все. 54 на 15. 810 грибов надо. Не хватит нам грибов. Грибные деревья дают грибы, кстати, говорят мне. О, действительно. Сразу 20 грибов, Стас. Грибная маска, оу, круто. Так, увеличивает шанс дистанционного критического удара. Так, Стас, сейчас тут может быть и хватит. Хотя нет, вряд ли. Еще 143 гриба, Стас. Спасибо.
Ну, то есть тут походить туда-сюда, так, грибы опять вырастут. Все, ты прикинь. Что? Они все на дистанционные удары. Ну и да, маска. Там просто, видимо, вот ты вот не поленись, почитай Википедию, какой тебе шлем нужен реально. Каким ты будешь пользоваться. Они там, видать, как-то разделяются на что-то там, на лучников каких-нибудь или еще что-нибудь, тебе просто не в курсах. Видишь, увеличивает урон от стрел один, другой от пуль, ну, а да, третий да, от да. ракет. То есть каждый, у каждого своя специализация. То есть... Вот вопрос в том, то, что с чем лучше зайти, да, потому что непонятно. Ну ты сейчас с акулой воюешь, значит тебе нужен будет шлем. Не, ну для пуль, понятно, для что пуль. Для пуль. Тебе хватит сейчас? Нет? Не хватит, по идее, сейчас да? Посмотрим. Было 560 плюс 160, 700. Ну чуть-чуть не хватает. Ну ладно, я пойду тогда смотреть, что там в данже происходит. Потому что, во-первых, у меня есть ключ от сундука, где деньги лежат. Я поехал в данж, но не доехал, потому что резко встретился конец видео. Как-то так. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь с друзьями, добавляйте в плейлисты. Передавайте привет Стасу в комментариях. И просто чуть-чуть соберитесь и подождите. Скоро будет новая серия. Всем пока.